Всем привет-привет, девочки-мальчики, снимаю для канала eLife, а также для моего ТикТока Карина Альвен вот этот ролик о том, что я наконец-то владелец большого набора Таро Апокалипсиса. Это дорогая колода, очень хорошая. Я ее заказывала на Озон. Вот, ну, там хороший, конечно, очень магазин. И полностью лицензионное издание. Поэтому я хочу его открыть вместе с вами. Очень большая коробка, такая крупная. И, ну, естественно, коробка даже уже невероятно красивая, такая привлекательная, привлекающая внимание. Вот. Вообще, очень давно хотела Таро Апокалипсиса. Прям очень. Сейчас ищу ножницы. Вот они, ножницы у меня. Сейчас я отрежу. Да, вот все вскрываем. Давно мы с вами не вскрывали вместе колоды, потому что обычно, ну, как говорится, такой контент не всем интересный. Но все-таки на канале eLife у меня моя жизнь описана, и я могу, да, могу эти колоды вскрывать на eLife. Так, ну смотрите, Эрик С. Дан, Ким Хаггинс, Таро Апокалипсиса. Получите посвящение в древние тайны Таро с помощью религиозных культов и мистических практик всего мира. Откройте ящик Пандоры. Ой, он уже сам открывается, ящик-то Пандоры. Вы посмотрите, как красиво это все. Это же обалдеть, какая красивая книга. Вы только посмотрите. Это же, ну, вот просто вот прям очень красиво. Давайте откроем ее. Ух ты, ух ты. Вау. Вот это да, вот это да. Невероятная, конечно, книга. Вау. Ну все, ну все. Я это все, естественно, изучу, потому что, ну, мы с вами знаем, да, что я изучаю каждый день, что я никогда не перестаю развиваться. Так, хорошие расклады. Так, смотрим теперь трактовки. Так, тут есть, значит, культ, таинство, да, то есть все вот прям очень подробно по каждой карте. Ну-ка, младшие арканы посмотрим, младшие. Так, вот, например, восьмерка жезлов, таинство, откровение, негативный аспект. Ну, в принципе, да, все рассказано, все очень красочно, очень шикарно. Я считаю, что такая книга достойна этой суммы. Прекрасная колода, конечно. Так, смотрим саму-то колоду. Прекрасная колода, да? А где? Где? Где описание? Описанная колода. Так, хорошо. Давайте мы ее с вами тут вот так вот чикнем. И откроем, откроем. Для тех, кто смотрит ТикТок, уже во втором ролике это все происходит. Так, тут у нас, как всегда, вкладыш. Я их люблю. О, ну вы посмотрите на эту рубашечку, ну вы посмотрите на эту колоду. Всем одарен, у меня даже елка упала от возмущения, да? Ты говорит, мне покажи. Так, всем одаренные. Ага, тут дополнительный, это аркан, да ведь? Ну, интересно. Так, ну давайте глянем карты наши. О, ну посмотрите. Красиво, конечно. Очень яркая такая колода, да, красочная прям. Ну, обалдеть. И сила, смотрите, какая, да, она прям многорукая, что ли, как богиня Кали. Прекрасно. Рассматриваем. Вот в каждой колоде своя энергетика, своя сила, да, сила. И, соответственно, когда смотришь все эти арканы и понимаешь, насколько вот они вот, да, другие, чем, допустим, в классике. Ну, у меня там 500 какая-то колода, я уже сбилась со счета, но очень все равно всегда восхищаюсь новыми колодами. Чуть-чуть карты слеплены, вот как бы кажется, да, как краска, что ли. Может быть, не совсем высохла, когда собирали или что. У китайцев такое часто бывает, допустим. И когда
ну, китайские покупаешь колоды, они, конечно, да, бывают с браком. Но здесь нет брака, заметили. Здесь просто они иногда чуть-чуть подвисают друг к другу, там прилипают, но это не страшно. Совершенно не страшно. Прелесть, прелесть. Сейчас побыстрее пойду, чтобы в 6 минут уложиться. Ну, очень-очень красиво, конечно. Очень здорово. Вы знаете, вот теперь это одна из моих, конечно, будет любимых колод. Потому что такая прям, ну, очень яркая. Качественная, хорошая. Укладываемся. Укладываемся. Ну вот, вот. Замечательно. Я надеюсь, что всем все понравилось. Всем спасибо за внимание. И обязательно покупайте, кому понравилось, себе такую же колоду, потому что, ну, это прекрасная колода. Хороший набор. Я вам честно говорю, очень хороший. Пока-пока и до новых встреч.